Смотрите, мои дорогие, сейчас будут проплываться байдарки. Этот момент я и собирался запечатлеть. Красиво. Как они будут плыть утром на рассвете. 9 часов. У меня все еще рассвет. Пусть у вас тоже всегда будет рассвет. А вот и олимпийская чемпионка вернулась. Она делала заплыв на большую дистанцию. Наверняка немножко подтомилась. Ее очень долго не было. Сейчас увидим, как она не спеша плывет по течению, так как вначале ей пришлось плыть против течения очень сильными рывками. Так. Кстати, уже подтягиваются люди, поэтому я заканчиваю всякие эти съемки. Просто прощаюсь в этом видео последним именно с этой выдающейся личностью, как будущим чемпионом, скорее всего. Кто его знает? Это было шикарно. Но сейчас будет жарище, пора загорать. Пока-пока. Счастья вам, удачи. Подпишитесь. Это канал Буфляр.